Так тут Илья Вербух дал очередное интервью, в котором снова похвастался. И более того, всех заинтриговал. Говорит, совсем скоро все узнаете. Хотите инсайт? Если я не говорю нет, значит определенный инсайт есть. То есть сразу видно, насколько важно и хвастливо Илья об этом говорил. И более того, дальше он говорит. С Женей мы работали все эти годы, до заключительного сезона. Прошли все победные истории. Начали работать с ней еще до того, как все узнали ту самую Женю Медведеву. До этого у меня был опыт работы с Лепницкой, после с Женей. Такое ощущение, что Илья пришел на собеседование и рассказывает про свой опыт работы. Пересказывает свое резюме или портфолио. Но раз уж на то пошло, нужно сказать, что он забыл упомянуть Елену Родионову, которую он поставил в тот же сезон, что и поставил список Шиндлера для Лепницкой. Для Лены он поставил замечательную программу «Фрейда», где она очень здорово танцевала. Так что Илья, конечно, хвастун. Далее он прокомментировал заявление Евгении Медведевой о четверных прыжках и сказал, что все реально, что это никакой не пиар. Но это действительно не пиар, возможно, это просто одна из целей, а удастся к ней прийти или нет, это уже вопрос другой. Однако Илья, наверное, говорит о каком-то другом крикет-клабе, потому что читаем дальше. Может ли Женя выучить четверной? Конечно. Ей 19 лет, молодая девчонка, и у нее топ-тренер. Там тренируется плеяда фантастических мужчин-фигуристов, которые прыгают уже все четверные. Наверное, Илья Вербух имел в виду Джейсона Брауна. Возможно, Хавьера Фернандеса, у которого всего два четверных, это Сальхов и Тулуп. Юзу Руханю, который с горем пополам выучил четверной Ридбергер. Ну, кореец неплохо прыгает, но не все четверные. Степа Гоголев ушел. Точнее, его вроде сам Брайан Орсер выгнал, но не суть. Так кто там прыгает все четверные прыжки? Тот же четверной Луц, например. Степа ушел, все. Да и говорить о нем во множественном числе это как-то странно. Сальхов и Тулупа и у нас прыгают. Так что тут Илья совсем запутался, начал хвастаться, его уже понесло совсем не туда, куда надо. Но это ладно, ерунда, бывает. В любом случае, Илья нас всех заинтриговал. Что же они там придумали с Женей Медведевой? Ну, подождем, узнаем.